студии Анастасия Иконникова. Здравствуйте. Силы зимы на исходе. В Старомосковье и Губкине температурные качели, но дело идет к теплу. По данным гидрометцентра, в понедельник, 12 марта, ясно и без осадков. Утром минус 9, но уже к обеду столбики термометров поднимутся до 3 градусов выше нуля. После заката температура вновь опустится, минус 4. Ночью 7 со знаком минус. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. Растущая луна, спокойное магнитное поле. Атмосферное давление выше нормы. 756-758 миллиметров ртутного столба.